Более 8 тысяч бутылок контрафактного алкоголя было изъято из оборота в прошлом году в республике. Аннулировано 9 лицензий на предпринимателей, заведено 55 дел. Региональные власти ведут активную борьбу с поддельной алкогольной продукцией. Снижение поступления акцизных сборов на алкоголь в республике стало ощущаться еще 2 года назад. Именно тогда глава Чувашии Михаил Игнатьев поручил разобраться в ситуации и проанализировать рынок. Проверки показали, что объем легальной продукции сократился. В регионе начались регулярные рейды по торговым точкам. По оценкам Министерства экономического развития, доля контрафактной продукции на рынке превышает 30%. Из-за этого только в прошлом году республиканский бюджет недополучил около 300 миллионов рублей. Борьба с нелегальным алкоголем была пошаговой. Ряд предприятий были проверены на предмет наличия лицензий. Свою лепту внесли и регулярные рейды. Часть магазинов, продающих спиртные напитки, были оштрафованы за нарушение законодательства. Важным решением Ассоциации участников алкогольного рынка стала добровольная сертификация. Ситуация на рынке начала выравниваться. Мы в январе прошлого года продали, ликеровочность продала порядка 14 тысяч декалитров, то в этом году уже порядка больше 20 тысяч декалитров, что говорит еще раз о том, что, то есть мы не вытесняли никого, а то, что мы заместили контрафактный рынок вот легальной продукцией. Ну, соответственно, увеличим акцизы. Все те поручения, которые глава озвучивал, дал на комиссии по правопорядку, они своевременно наше министерство, Министерство МВД проводится и выполняется для того, чтобы снизить долю контрафактной продукции на рынке Чувашской республики.